Джин Дистрибьюшн, Джин Продакшн, при участии Тимура Безмамбетова, от создателей фильма «Ночной позор» и «Особы в запасе» представляют. Говорят, жизнь тяжелая штука. Я бы так не сказал. Кстати, my name is Jacques. Жак по-французски, если что. И если что, жизнь удалась. Если бы, конечно, не теща. Хотя она меня любит, уважает, ценит. Пылинки с меня сдувает. А нет, сметает. Одна беда заставляет этим заниматься. Как его? Бизнесом. А что там этим заниматься, бизнесом? Трудно, что ли? Раз плюнуть. Приключения Жаке. А чтобы заняться бизнесом, нужен самый надежный транспорт. Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. А это хороший человек. Помог мне с транспортом. Кстати, транспорт Эдуардом зовут. Эдик, если чё. For this fine shorty, and it ain't like I'll be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, 'cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this. Работа не пыльная, тут взял, там продал. Казахский бизнес, если чё. Можно подумать, в этом поселке все без зубов ходят. Денежных средств бесконечно мало, чтобы начать свою жизнь сначала. Своих не кидаю, в беде не брошу. Я не святой, но в целом хороший. Сказки хочу, хочу сказки. Денег, здоровья, тепла и ласки. Время не ждет, поднимайся со стула. Бегом из аула, бегом из аула. Оказывается, продавать тоже уметь надо. Так. Да-да. Да, проходите. Присаживайтесь. Все, готовы? Возьмите. Начнем. Основываясь на ученых трудах одного из фундаментальных, а также и биохаризматичных ученых в области менеджмента, можно сказать о повышении знаний отдельно взятого индивидуума по увеличению эффективности компаний за счет преобразования, которые не подлежат неразберихе и деструктивным конфликтам, а только лишь вносят ясность преодолению когнитивных диссонансов. Если что, учение свет, а не учение этот, как его, не свет. Теперь я стал ученым. Что хочешь, продам. Даже ишака на машину смогу поменять.
Этот мужик умным вещам научил. Борьба с возражениями. Тут настал полный бизнес. По-английски business is чёрт. В самом интересном месте всегда эта теща появляется. Ладно, семечки догрызу и буду, если что, бизнесом заниматься. Смарт. Мечты сбываются.